Доброго всем дня, дорогие мои подписчики. У нас сегодня торт Наполеон. Нам надо тесто слоеное. Вот такая вот у меня форма, которую я подготовила. По этой форме я буду просто обрезать тесто. Так, тесто развернули. Обрезали в нужную нам форму. Обрезочки вот эти вот, мы их тоже будем жарить. Они нам пригодятся для крошки. Каждый лист просто делаем много дырочек с помощью вилочки. Начинаем выпекать наше тесто. Обязательно очень хорошо побрызгать самой простой водой и отправляем в духовку на 200 градусов буквально на 10 минут. Тесто, посмотрите, какое прекрасное получилось. А здесь наши обрезочки, они нам пригодятся. Теперь мы будем варить крем. 1,5 литра молока и 3 пачечки пудинга. Двести грамм сахара. Все это хорошо перемешиваем. Засыпаем в холодное молоко. Хорошо перемешиваем и доводим до кипения. До кипения довели. Теперь сюда 1 пачка сливочного масла. Немножко растает. И все это мы с помощью миксера перемешаем. Начинаем собирать. Легко и просто. Чередуем крем, заливаем горячим. Немножко растягиваем его. Ложим второй корж. И также заливаем кремом. Собрали. Теперь вот с кусочков, с остатков мы сделали вот такую труху. Засыпаем сверху. Смотрим на количество ваших таких вот остаточков. Часть засыпаем, а часть мы оставим, чтобы потом посыпать бока. Теперь всю нашу красоту я убираю в холодильник. Желательно 4 часа, 5, можно и на ночь. Прошла ночь, он у нас закрепился. Теперь мы будем все это аккуратненько снимать. О, посмотрите, какая получилась у нас красота. Теперь крошечка вот эта, которая у нас осталась, мы будем просто вот так вот просто и легко закладывать наш край. Красота. Очень вкусный, пропитанный. Уйдет на ура. Хотите посмотреть, что там у нас внутри? Давайте разрежем, посмотрим, какой у нас получился. Смотрите. Просто прелесть.
Замечательный. Все, дорогие мои. Приятного всем чаепития. Ставьте класс. Оставляйте комментарии. И подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Иринка.